Гениально. Это ближе, ближе. Скажите, ну можно? Ну, конечно. Да? Конечно. Конечно. Да, да. Не переживайте, ваш космический аппарат на подходе. На взлетном, полетели. И он сказал поехать. Знаешь, такого космонавта. Проходим. Слива, ребята. Слива. На, пап. Спасибо. Мамки. Раз. Чтобы жопа не замерзла. Это будет быстро или как? Нет, вот в таком ритме, как мы. Подстилочки даже дают, видите, как хорошо. В советское время закинул. Ага, бери с собой. Так, а как страшненько? Ты что? Можем было сюда это по приколу принести подушку, одеяло и спать. Кататься целый день, да? Ой, как красиво вообще. Так красиво и прикольно. Вау, посмотрите, как... Дождь еще как? Дождь как? Да. Угу. А, как там остатки? Кого? Остатки. Кстати, мы уже почти в центре. Классы? Не. Да не, я спокойно. Я спокойно, ближе. Не надо туда солнце. А что? Ну зачем? Ну почти вот, вот это опустится и уже спокойно. По центральной аллее, когда, наверное, будем, да? Не, капец, отсюда видно весь Харьков. Угу. Так красиво. А там кто-нибудь не сел, да? Съели, мы уже съели. Где? Ну, вон там, 16. 16. 14 ездили. 14. Ну,
Чи не задовжня їм цю стану? Так прикольно. Все, поїхали на місці. Ні, що не поїхали. Ми ще... Да, конечно, это все долго. А тебе же надо, 3 секунды? Ну, не, не 3 секунды. 50 гривен за это заплатили. За то, что ты это устанавливал. Ну да, это все. Можно, тут же написано, курить нельзя. Ну да. Бумажки нельзя, писать нельзя. Ну да. Хотя можно взять влажную салфетку и сломать все, конечно, стираются на окне. Ну и... А кто знает этого Александра Невского? Я не знаю. Ну ты хоть где там?